В Якутске выявили сильнейших борцов на первенстве региона. Соревнования по вольной борьбе среди юношей посвятили памяти Николая Тарского. Кто из спортсменов отправится на 7-е спортивные игры народов Якутии, расскажет Александр Зубехин. Два дня борцы стирали кожу в кровь и ломали друг другу уши. Сегодня полуфиналы и финал. Два периода, каждый по 2 минуты. Правила просты. Провел прием, заработал баллы. Это 11 и 9 классы. Они уже друг друга знают. Не первый раз встречаются. Поэтому соревнования зрелищные. И что еще хотел сказать? Соответственно, это идет как подготовка к первенству России. Первенство России у нас по этому возрасту будет в начале июня в городе Москве. 239 участников и лишь 60 дошли до полуфинала. За золотые медали боролись уже 20 спортсменов. Так как был не полностью подготовлен, был на отъезде по другому виду спорта, ну, не хватило духа, ну, как бы, силы, воли и вообще характера не хватило, чтобы занять 3-е место. Ну, вошел в 16 лучших и вот, в августе поеду в МГУ. Чурапчинские борцы стали финалистами в 5 весовых категориях из 10. Чемпионами также стали сунтарские и хангаласские спортсмены. В числе золотых медалистов и Ренат из Среднеколымска. Борис Усалдана очень сильный. Физически сильнее меня и успел удержать на душе. Ждал, хотел чемпионом стать. Думал, что даже в тройку не зайду. И вот стал чемпионом. Хорошо тренировался, поддерживали меня тренера, родители. Рад я этой победе посвятил родителям, тренерам. Близким. Кроме медалей на турнире разыгрывали путевки на 7-е спортивные игры народов Якутии. Они пройдут в августе в Амгинском районе. Поедут на соревнования 160 борцов. Александр Лысак, Александр Зубехин, Владимир Павлов, Якутск.